Вот, сегодня у меня очень хорошее настроение, потому что завтра у меня день рождения. Не завтра, а буквально через несколько часов. Поэтому я решил сварить себе узбекский плов на день рождения. И спасибо большое моему брату. Он привез мне узбекский рис девзира из Ташкента. Здесь, значит, у нас рис девзира. Здесь я нарезал морковь. Здесь у нас мясо баранина, лук, перец, чеснок, зира перемолотая и курдюк. Ну и, конечно же, я использую оливковое масло, потому что оливковое масло – это лучше, чем хлопковое, кто бы там, кто бы ни говорил. Значит, это продукты, они пойдут в каком порядке. Сначала я курдюк обжарю, потом я там же обжарю лук, потом баранину, потом морковь, добавлю зиры, потом чеснок с перцем добавлю, залью все это водой, перемешаю, посолю, получу зирвак и в конце заложу рис. И весь этот процесс мы сейчас снимем в ускоренном режиме.